сбился с ним, один балл. Но если я упал для продолжения атаки и продолжать, два балла там и плюс продолжение атаки. То есть я могу добивать. Но это же видно, что я продолжаю атаку. Я не грохнулся, потому что кривой. А я продолжил атаку в партере. Если я упал и продолжаю атаку, два балла за бросок, если он выполнен, отнюдь. Есть ясные вопросы по сути? Да, да.